японской терапии надавливанием пальцами неотъемлемое слагаемое здоровье и долголетие каждого японца. Трипуди с японского шиатсу означает давление большим пальцем. Техника шиатсу предполагает использование пальцев и ладоней рук для надавливания на отдельные участки поверхности тела, чтобы исправить различные телесные несоответствия и поддержать или активизировать здоровье человека. Техника используется как для профилактики, так и для лечения многих заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной и пищеварительной систем, а также при остеохондрозе, артрозах, сколиозах. Шиатсу не просто помогает снять боль, оно как бы специально было создано, чтобы лечить последствия стрессов, гиподинамии, всех тех проблем, которые особенно актуальны для современного человека.